Есть ленючек. Всех приветствую, друзья! Всем привет! Вы на канале Рыбалка-Рыбалочка. Это новый выпуск. Ну, мы с папой, как всегда, выехали на рыбалочку. Покуролесили. Да. Нашли новые места. В новые места опять разведываем. Шикарные края. Очень красиво вокруг. Сейчас вам попозже покажу. Приехали с ночевкой. Сейчас будем потихоньку раскидываться, готовиться. Вот. В общем, время 9 часов. Потихоньку сейчас живца попробуем поймать. Может, кружки поставим. Место очень красивое. Прям вообще супер. Так что всем желаю приятного просмотра. Я думаю, рыбалка будет классной. Погнали. Погнали. Так, в общем, вот здесь вот два интересных местечка. Трава слева и справа растет. Кувшинки. Вот папа одно себе прикормил. Сейчас вот сюда левее себе прикормлю. Поглядим. Ну, попробуем линя сейчас половить вечерком. Завтра уже с утра на щуку сделаем упор, наверное. Места шикарные вообще. В общем, сейчас будем смотреть. Прикормка это осталась еще с той рыбалки. Даже, честно говоря, не помню, что там. Вот так вот прикормим. Вот творога жаль нету. Так бы линя натаскали. Да? Да, наверное. Не, оторви леску. Первая рыба. Ё-пересетея, вот это красота. Мы же хотели линя. Офигеть. Приехали за щукой. Так, ну что, ребят. Вот первая рыбка сегодняшняя. Такой красавец линёк. Вообще папа поймал. Вообще живца хотим ловить. На кружки думаем поставить, но не получилось. Классный. Сейчас садок принесу. Как я с ним поборолся еще. Ой, вообще. Ну что, друзья, мы пристроились. Классное место здесь. Как раз для двух удочек. Вот такая вот атмосферка. Уже солнце село за горизонт. Папа поймал еще одного линя. Прикормили немного. Вот две точки вот. Глубина метра полтора, наверное. Ну, так что вот такая вот красота. В общем, сейчас будем охотиться за ленем, а с утра уже сделаем упор на щуку. Еще сейчас что-нибудь надо приготовить, потому что мы весь день катались, искали место. Эх, выехали из дома в час, а сейчас уже сколько время? Даже не кушали, но... Да, короче, мы даже не кушали, не обедали, ничего не делали. Просто ездили. Просто ездили по полям, намотали километров 100, наверное. Вот сейчас время 9 часов, извиняюсь, 10. Сейчас будем пробовать ленька ловить, завтра утром сделаем упор на щуку. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Ну давай, ленек, ловись. Есть первая поклевка.
Ура, я поймал первого линя. Своей жизни на удочку. Но что-то маловато, не как вчера. Ну-ка, фонарик бы. Фонарик? Угу. Насечка хорошая, поклевка интересная. От красавчика. Вот первая рыбка. Сегодняшнее время. Сколько время-то? Пол пятого. Класс. Губы у него, конечно, мощные. Вот такой вот небольшой первый ленечек. Круто. А чё он так странно клюнул? Иди сюда, блин. Не успел опустить крючок, опуститься не успел, слышь? Ну. Ты видел? Что происходит, ребят? Смотрите, второй. Красавчик. Второй ленечек. Я закинул, даже камеру как бы еще не включал. А поплавок убегать начал. Какие у него губы, обалдеть. Ох, какой. Классно. Уже светлеет. На улице. Вот сейчас какая-то поклевочка. Ну, тоже нежная. Похоже на ленька. Но еще и окунь уже проснулся. Поэтому не особо понятно. Что там хочет клюнуть. Повел куда-то. Есть ленёчек. Ух, хорош. Идем к папочке. Ну чё, я уже третьего завалил. Смотрите, какой красавчик. Вот это круто. Это классно было. Я нашел, в общем-то. Папа на моей рыбачит. Нет, твоя левее. Да, моя левее. В общем, я нашел точку, там как бы травка отходит. И вот эти пацаны там стоят. Ах. Вот это классно. Да че он такой скользкий? Скользкий тип. Камера, мотор, поехали. Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем привет. Дамы и господа, солнышко встало. Вот так вот красиво здесь, такая обстановочка. Поймал я 4 ленька, таких неплохих. Папа что-то сегодня не поймал никого. Папа вчера вечером пару поймал. Вот, ну сейчас буду заплывать на щуку. Ты еще будешь сидеть или что? Да я вот сам не знаю, что делать. И ленька хочется поймать, и щуку хочется. Вот, в общем, всплесков пока особо не видно, но водоем живет. Особенно вчера вечером прям вообще не утихала рыба, постоянно плескалась. Сейчас уже окунек начал задалбливать, я бы так сказал. Поклевками своими резвыми. Поэтому, я думаю, уже можно заплывать на щуку. Время уже позволяет. Уже должна выходить. Так что сейчас будем пробовать. Невозможно разорваться, короче. Да. Надо что-то делать. Поймаешь на камеру или нет?
Вот так вот красиво, вон там вот. Место какое классное, заросшее, но глубина хорошая здесь. Так что не знаю, что получится. Все, погнали. Плаваем мы уже второй час, наверное. Поклевок вообще нету. Но места очень красивые. И должно быть полно щуки здесь. Но ни одного выхода я так и не увидел. Вот такие вот дела. Не знаю, что и делать. В общем, ребят, половили мы ленька. Переехали потом на другое место, на то же озеро, где мы в прошлый раз были. Вот оно. Поднялся ветер. В общем, выбор у нас был либо оставаться до вечера, и уже по вечерке пробовать щуку ловить. Ну, это ждать просто весь день, просто сидеть и ждать. Чебака, конечно, можно ловить, но неинтересно. Либо ехать домой собираться. Ну, мы выбрали собираться домой. Вот такие вот дела. Ну, улов, конечно, сегодня прикольный. Леньков половили с утра на той старице. Смотрите, какие красавцы. Вот, на удочку, блин. Вот они. Классные вообще. Такая сильная рыбка на удочку. Я кайфанул. Вот сегодня я 4 штучки поймал на удочку. Вот папа вчера 2 поймал. Вот это красавцы вообще. И вот щучка. Папа поймал вот это вот на кружку. На кружку, говорю, на кружки. И вот на спиннинг одну поменьше. Ну, леньки, ребята, вообще красота. Я первый раз на удочку леней ловил. Вообще классная, красивая рыбка такая. Кайфанул прям. Жаль, у нас творога с собой не было и приконки немного. Если бы знали, конечно, бы взяли. И, я думаю, можно было бы побольше поймать. Ну, будем знать. В общем, рыбалочка интересная. Видео получилось прикольное, поэтому, я думаю, надо поставить лайк. Подписаться на канал. Всем желаю такой же рыбалки и ни хвоста, ни чешуи. Пока!